Я в Бухаресте, в аэропорту. Это я вышла на стоянку метро, наверное, или не знаю, как он даже называется, или трамвай или метро, как он даже называется, не знаю. 5 евро стоит проезд до ЖД вокзала. Румынская электричка с аэропорта до ЖД вокзала. Все по стандартам европейским, все есть. И туалетная бумага, и вода, и салфетки, все есть. Бухарест. Отель. Симпатичненькие стулочки. Гарбузы к хэллоуину готовятся. Бухарест. Ничем не привлекательный. Это центр, наверное, или не пойму даже, что большие дома. А так вообще серенькое, запущенное какое-то все. Национальный музей естественной истории. Я в Бухаресте, Румыния. Старый тоже дом какой с лепниной. Вот такой красивый, аккуратненький домик новый. Вот это здание уже железнодорожного вокзала и площадь перед ним. ЖД вокзал. Название нигде не написано. Здание поликлиники, анализы. Что я скажу, впечатление об городе? «Назад в СССР» называется. Как будто я попала в 90-е годы в Украину. Вот для украинцев надпись даже осталась. Потому что гуманитарного центра нет. Это аэропорт Бухареста. Странная фигура. Что тут написано? «Думающий». Я вообще не поняла, что это такое. Это, оказывается, человек, который думает. Ну да. Аэропорт Бухареста. Самолетик.